Добрый день, дорогие друзья! Тема сегодняшнего урока – работа над ритмом и дикцией. И сейчас, прежде чем начать урок, я бы попросила вас скачать все файлы, которые прилагаются к данному видео. Перед тем, как работать над дикцией, нужно хорошо разогреть наш артикуляционный аппарат. Сейчас начнем кусать язычок. Пожуем его со всех сторон. Прокалываем щечки языком. Поработаем языком вверх и вниз. Сделаем круговые движения. В другую сторону. Сделаем упражнение лошадка. Хорошо. Улыбнемся сильно-сильно. Загрустим. Улыбнемся. Загрустим. Поработаем губами. Порычим. Сделаем упражнение рыбка. Хорошо, наш артикуляционный аппарат разогрелся, и теперь мы можем приступить к скороговорке. Откройте скороговорку «Ехал грека через реку». Мы сейчас с вами будем ладошками откладывать пульс и проговаривать четко, внятно текст скороговорки. Итак, сначала 4 доли пульса, и потом вступаем, начинаем проговаривать текст. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Хорошо. Попробуем теперь быстрее. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Молодцы! Не забываем, что в начале 4 доли пульса. И попробуем ускориться. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Молодцы! Попробуйте это упражнение делать дома самостоятельно, каждый день. А сейчас откройте партитуру «Пришла весна». Маргарита Владимировна будет играть нам аккомпанемент, а мы с вами будем хлопать ритмический рисунок и проговаривать текст медленно. Голубое гремит сама весна.
греческий рисунок окончания изменяется. И в отличие от первой части, ритм выстраивается четвертями, а не восьмыми, и заканчивается длинной целой нотой. Отдельно отработаем этот момент. А в небо голубое. А в небо голубое глядит сама весна. Весна. А теперь скачайте запись аккомпанемента и попробуйте это все выполнить самостоятельно.